И в продолжении темы. После трагедии в Ханты-Мансийске в Доме Советов сегодня провели экстренное совещание. Юрий Берг напомнил, что в Оренбургской области были случаи, когда из-за нарушений правил перевозки подвергались риску жизни детей. Представители ГИБДД также заявили, что по той же причине в этом году им неоднократно приходилось отменять поездки детей. Кроме того, что вы там организатору перевозок пишете, мы же договорились, что мы об этом должны знать. И тогда у нас будет отдельный разговор с главой муниципального образования, который допустил это. Нам мало, скажем, Бузулука, нам мало, как из Орска в Оренбург поехали спортсмены, которые наняли какую-то там газель, и случилось, да, и слава богу, что там живых дети остались. Полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич поручил правительству региона усилить контроль за соблюдением правил перевозки детей. К ним относятся исправное техническое состояние автобусов и опыт водителя с категорией Д. Также о перевозке детей должны быть своевременно оповещены ГИБДД и МЧС, организовано питание и медицинская помощь. Довести всю информацию до глав городов и поселков Юрий Берг поручил вице-губернатору по социальной политике Павлу Самсонову.